ничего не разбирает. А какой это ответ? Да никакой. Так, это проще всего. Ты вот разбери, как я его разбирал. На слова. Не, ну я понимаю. Я говорю, что он написал. То есть, ну, это, я там понимаю. Это сегодня так, завтра так. Я отвечаю, что апостол Павел говорит вот так-то. На что ссылается канон? А как понимать слова апостола Павла? Я привожу Златоуста, Феофилакта и Василия Великого. Кому верить-то? Отцы, отцы. Ну ты хоть кого назови, какие отцы-то? Ты никого не знаешь. Они говорят, на мощах попутались. Они говорят, ну и что теперь? Они говорят, на мощах мучеников. Но они говорят, какую-нибудь инструкцию дают, как резать ногу, руку. Я ему говорю, жития святого Лукиана, святого Нефатия. Он-то ничего не говорит, ни по житиям, ни по Библии, ни по святым отцам. Мы не на равных говорим-то. Он так, как с улицы, какой человек, подошел и, а я не согласен, я все принимаю. Они все принимают, а завтра отрекаются. Сталин умер, у гроба Алексей I распинается, стоит богоданный вождь, такое мы имели с вами. А теперь как тоталитарный режим, вот там они расстреливали сколько нас, заговорили совершенно по-другому, а то как будто и не говорили. В 62-м году боролись против экуменизма, патриархия, КГБ даванула, в 65-м или каком уже вступили, а то как будто не говорили. У них нет постоянного слова. Я, опираясь на Священное Писание, на святых отцов, сделал большие выписки, а они ничего этого не могут сказать. Потеря-то небольшая. Потеря-то для вас, а не для меня. Ну понятно, я выставлю вам этот комментарий вечером. Обязательно его поставить рядом. А дальше я отвечу. Хорошо, я ему перешлю то, что ответить, если он ты поставь это, а я на это отвечу. Хорошо, хорошо. Ну, я, в общем-то, понял, я сейчас начну уже ответ давать. Ты да, вот... то есть вы уже примерно тему знаете, уже что-то накидаете, как в Word, там, а потом я выставлю, вы уже там дополните. На... Ну, надо, теперь каждый, надо, что между там, тем, что я говорю, еще... надо сначала этот поставить, который он прислал. Да, да, но вы пока в Word наберите, там, вы же не сразу выставляете в Word. Напишу. Я что сказал, то я напишу, я много писать не буду. Он ни на один вопрос не отвечает. Он правила сунул, мы даже его, ну и что должны? Мощи резать ума не надо. Никакого не надо, ни знаний, а вот так же вы же пишете, что вы, несмотря на то, что правило ну, неправильное, да, вы же пишете, что мы его как православные соблюдаем, да, но мы же можем, ну, как я бы... Я про это и говорю. Да. Да, но мощи-то не написано как. Если положены мощи под храмом, они и ложат. Но я должен знать, что не об этом говорится. Само правило-то составлено неправильно. Они что, безмозглые совсем? Сидели, берут правила, которые вообще никакого отношения не имеют. Ты знаешь, что песня существует на рождение и на смерть? Знаешь это? Нет. Ну как нет? Пойдем и как один умрем в борьбе за это. Что-то у тебя там квакает. Да я на работе живу. Так вот. Что-то не было-то. Сейчас начало повторение идет ко мне. Мои слова ко мне возвращаются. Ты отошел? Да, да, все, пойду. Ушел, да? Ушел. Да. Ну ладно, давай с Богом. Чисто поповское. Все, разговаривать больше не буду, ничего больше нет. Да когда они кого приобретают? Десятки лет встречаюсь с одним и тем же человеком и получишь достойный ответ. Так, я отошел.